друзья! Мы на канале Вселенная компания. Сегодня мы будем собирать большой красочный пазл на тему карта мира. Сколько у нас всего континентов? 7. А океанов? 5. Молодец! Друзья, сейчас мы соберем пазл и увидим, где находятся эти континенты и океаны. А по ходу будем все изучать. А теперь узнаем, кто где живет. В Северной Америке живут олени, лоси, еноты, совы и какие-то разновидности волчьих попугаев. В Европе у нас живут медведи, в части Азии у нас больше живут рыси, панды, в Китае, да, и тигры. А знаете ли вы, что все панды, которые живут во всем мире, принадлежат Китаю? Африка, в Африке живут зебры, единороги, слоны, также очень много крокодилов. В Австралии живут коалы и такие же сумчатые, например, кенгуру. В Южной Америке живут попугаи, какаду и еще ара. Также гепарды, черепахи и так далее. Много всяких тоже. И в Антарктиде живут тюлени и пингвины. Теперь у нас 5 океанов. А в океанах живут кто? Кто живет в океанах? Большие рыбы, да? Киты огромные, скаты, черепахи. Кто у нас тут еще живет? Кто? Тоже живут огромные черепахи, дельфины. Акулы вон там. Ой, как страшно. Также в океанах живут множество разновидностей рыб. Ну все, дорогие мои, на этом собирать пазл мы закончили. Изучайте карту мира, изучайте континенты и океаны. Это очень интересно. Количество животных и растений очень разнообразно. И вам будет чем заняться. На этом все. Мы закончили. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки.